Мы пошли прогуляться в магазин. Смотрите, как замело. Это мои окна, кстати. Ты где? Правила парковки читал новые. Ну и как там? Штраф от 1000 до 3000. За что? Пошли посмотрим на каток. Вон каток. И вот так же и пройдем. Или ты хочешь вот здесь насквозь? Пойдем. Ну пойдем, пойдем. Поговорим. Пойдем на каток посмотрим. Я тебя попалила. Нет, такой интересный. Засранец. Представляете, я камеру включаю, думаю, что-то притих. Притих. Сейчас будем. Ай, мазила. Хочу, давай, в телефон, прям в телефон. А люля сам получишь? Давай, нет, не получишь. Ать! Пойдем посмотрим на каток. Мазила! Пошлите. У, народ там много. О, смотрите. Видите, катаются. Виталь, когда будем кататься? А, чистят только. Видишь, здесь каток не каток. О, да, он еще только становится катком. Не, его заливали. Его не почистили. Залитый. Почищен более-менее. Класс. Тут же еще снег сыпал, наверное, за сегодня вот это вот все насыпало. Да, это за сегодня. Надо светлому купить эти коньки и тоже. Ну что, пошли? Красота, люди гуляют. Время ночь. Какая разница какая? Какое время, если у нас выходные, и мы можем гулять. Вон, смотрите, посмотрите, мелкая чистит снег тоже. Ой, молодец какая. Красота. Мой комбез высох. Мой комбез высох, я его наперла, пахнет тут этим и стиральным порошком, и ополаскивателем. Красота, все, чистотой. Яйца еще надо купить, Виталь. Сейчас еще яйца купим. Будет что интересное, покажу. Вон елка стоит, сейчас покажу. Вон елка. Ой, смотрите, какой интересный товарищ. Разрисованный. О, тут народу. Мам, не горюй. Видно вам? Да видно, конечно. Я иду тут сквозь сугробы вас. Телепаю. Давайте остановлюсь. Вот. Видите, катаются. Кстати, морозу немного. Виталь, мало морозу, да? 5-6? Ну, вообще, вот, я чувствую, даже рука не замерзает. Классно у нас здесь, как в деревне. Здорово. Вон, маленькая горка катают детей. Большая катаются. Молодец. Ну, мы в магаз идем. Сейчас яиц купим. Еще кое-что купим. Иду, спотыкаюсь. Же, видите, эти снежные кучи. Ну, не видите. Ладно. Виталь. Меня подожди. Красавчик. Новые дома. У кого-то ремонты идут здесь. В Верный идем. Вон, видите? А давай вот здесь, смотри, прошли. Вот в Верный прошли насквозь. Пошли вот здесь пройдем. Ой, ты что, это подъезд. Нет, это Верный в магазин. Подъезд. Да ладно. Тетенька вон входит. Да нет, я тебе говорю. Домой она себе идет. Я не знаю, что было. Посмотри, такие же. Да? Эти подъезды. А по-моему, магаз.